По данным компании TNS Украина, это чрезвычайное происшествие привлекло наибольшее внимание интернет-пользователей. Жуткая авария произошла рано утром на Гостомельской трассе под Киевом. Лоб в лоб столкнулась легковушка «Хонда» и грузовик с прицепом. Фура везла в Киев строительные материалы. Машин на трассе почти не было. Между 5 и 6 утра водитель на легковом автомобиле по встречной полосе врезался в фуру. Погиб на месте. Водитель фуры в удовлетворительном состоянии. Водитель грузовика рассказал полицейским, что «Хонду», которая летела на него на огромной скорости, он заметил буквально за секунду до аварии. Говорит, машину несло. Шофер пытался избежать удара. Дернул руль, но ничего не смог поделать. От удара легковик просто разорвало, а фура слетела в кювет. Шансов выжить у водителя «Хонды» не было никаких. Чтобы достать молодого шофера из машины, понадобилось специальное оборудование. В машине водитель был один. Куда он ехал и почему так спешил, сейчас выясняют. Есть предположение, что причиной аварии могла стать и скользкая дорога, потому что ночью в Киеве температура падала до нуля, и, возможно, на дороге был гололед.